начинают чуть помогать замгривать. Нихера себе хвалят. Сходу так говорит, я по ночному поеду. Thank you.
там перчатки держат. Вот пропустить, блядь. Ну, реально, ну я упирался и упирался, везде догонял. Не скажу, что я бы там сильно улучшился, но согласись. Не, ну для этого сейчас можно. Тренировка на квалификации тебя поставят уже первым. Он будет сзади. Это да. Я к тому, что я валил за ним, но я бы не сильно быстрее был. Нет, то есть ну, я валил на максимуме. Да. Я нигде не вот внизу там, короче, я когда тормозил, я из-за него раньше тормозил. Я мог еще позже затормозить. Вот единственное, наверное, где я так, знаешь, подсбросил. А в принципе. Не, ну отлично. Ехал на всю, как бы. Так ты не забываешь, что вон там впервые стартовал. Ну, считай. Не, ну это да. Понятно. Закрытыми окнами пиздец был бы. Что, перчатки помогают что-то? Да круто. Вот когда, помнишь, нас там немного подставило боком. Да. У меня уже руки скользкие, мокрые. Это херня китайская. Я бы, ну, будешь их гонять, значит, их. Ну как вообще, типа, нравится? Охуенно, блядь. Я первый раз так быстро. Ну как, нормально. Потому что мне поначалу стрёмно было. Стремновато, конечно. Потому что, ну, я не знаю, кто как ездит еще. Да вообще стрёмно сюда, когда... Не, когда на пассажире, конечно, блядь. Но мне понравилось тут дух соперничества.